Всем привет! В преддверии крещения. Привет. Делаем очередную откачку меда. Вот у нас тут стоит магазинчик. Посмотрим, как сохранилось. Да, я тут смотрю. Все шикарненько. Мед не засахарился. Или как-то не съел. Что такое в этом случае? Шикарненький вот такой вот. Красивый. Отмечаем. Покажем потом, что получилось. А, вот такая шикарная печаточка. Все, рамочки проверили. Ничего не село. Замечательный мед получается. Вот такую температуру мы догнали. 30 градусов. Все прогрели. Жидкий янтарь. Красота. Вот. Пошел первый в этом году медок. Первый откачанный в 2023 году. Шикарненько. Хранение в сотах в принципе возможно. Шикарно мед выходит. Разогрели почти до 30 градусов. Все отлично, все красиво. Повторюсь, 16 января. Вот такой мед у нас качается. Обалденный. Фильтруем. Качаем. Забусы уже вот столько собрали. Саша, пожалуйста. Все к нам. О, бежит январьский мед. О, бочоночек наливается. Красота. Всем привет. Сочельник крещенский. 23-й год. Правда, морозами не пахнет. Качаем мед к празднику. Такие рамочки. Смотри, какие шикарные. Ничего не засахарилось. Так переживал, что засахарится, но нет. Первый мед уже откачал. Вот сегодня вторую партию качаю. Тут еще у меня вот столько осталось стоит. Видно там, нет? Еще стоят. Сколько еще можно откачать? Короче, январь месяц, мед еще в соток держится. Не севший, не засахарившийся. Мне понравилось. Буду так делать еще. Всем пока.